Здоровенькі, були ли ти добрі на каналі Ріна Бауден, любой со мной. Ми з вами знаходимося в штаті Індіана. Очень дождливий день сьогодні. Просто льет дождь, он должен перейти в снег. Уже температура падает, было 6 утра, сейчас уже 2. Я хочу уже отсюда побыстрее уехать, потому что реально будет все замерзать. Вот такая вот бла-бла-бла, слякоть, да? Ну ничего, это зима, все. Нормальные вещи, да, для зимы. Я загрузилась. Утром разгрузилась, загрузилась в этом же городе, поэтому классно, что мне не надо было далеко никуда ехать, практически здесь и загрузилась. Эти все, ой, дорожки. Очень узенькие. Извините. Надеюсь, что у вас все хорошо. Ну, по крайней мере, лучше, чем здесь погода, да? Хотя погода-то неплохая, если смотреть так в окошечко на улицу, да? Если ехать, она не ахти, а так, то она неплохо звучит так на подушечке с пультом в руке, да? Решила вам снять свой день для новых подписчиков. И скажу, что я не часто снимаю видосики, но YouTube не есть доход мой, да, я как-то независима от YouTube, поэтому это мое хобби, и когда я выставляю, тогда выставляю, поэтому извините, что не часто видео. Выходные была дома, перезагрузилась немножко, потому что тоже нужно делать какие-то маленькие такие, да, изменения, не только одна дорога, работа, да. Музыку не ставила, будем вот так вот проедемся вживую, без музончика. Вот это большое круглое, меня уже кто-то спрашивал, чтобы не спрашивали еще раз, это водонапорная башня. Ну, вот она обслуживает, наверное, этот район. Или какую-то часть этого городишки. Кстати, здесь вечером ожидается снегопад большой. Должен накрыть Индиану, да, даже займет Висконсина, я еду в Висконсин. Так что, ну а что делать, сейчас зима, и не будешь сидеть дома, потому что идет снег, да? Что е, то е. Что е, то е. Работать нужно. Я не новачок в этом деле, так что для меня снег, дождь, надо ехать. Потихонечку, не спеша, будем ехать. Работать нужно. Никуда не денешься. In 2 miles, turn right on North 3rd Street. Качество видео будет не ахти с этим дождиком на стекле, но уже как будет, да? Зато все натурально. Все натуральненько. Живые съемки. По местному
этому времени 2.20 и 2 по Цельсия. Не знаю, говорила ли я, нет, в начале видео. Я думаю, что нет. Серое, некрасивое, да? Зимнее, дождливое. Сильно близко загорелся красный свет, поэтому вот как сейчас, уже не ты затормозишь. Желтый загорается, там красный, уже не затормозишь, надо ехать. Так что, друзья, я на красный свет не езжу, разве что мне придется остановиться на середине дороги. Естественно, правильно проехаться, да? Не надо загромождать дорогу. И вот название этого города на здании написано. Пепси-кола. Здесь компания Pepsi-Cola, она сделала вот такую рекламу. Это говорит, этот город, это где родилась Coca-Cola. Так что мы в знаменитом городе, оказывается. Я даже не знала. Знаменитый город Coca-Cola. Здесь она родилась, написано. Кто-то изобрел Coca-Cola. Я думаю, что-то бутылки везде ставят Coca-Cola. Это их не мусорники из бутылки сделаны. Типа от Кока-Колы и все. Оказывается, она здесь родилась. Это место рождения Кока-Колы. Так что, друзья, вы в знаменитом городе со мной. Прикольно. Я даже этого не знала, но вот сегодня узнала. Кока-Кола, Пепси, знаменитая продукция, да, знаменитые напитки, я помню, в детстве. Если мы ехали в Киев с мамой, она покупала бутылочку Кока-Колы. Это было что-то обалденно вкусное. И да вы что, это дорогущая она была, ужасно. Да, помню те времена. Вот о чем я говорю, бутылки даже для мусорников не делалось с Кока-Колы, типа. Street, и бутылка, типа, ну что, все, что в этом городе, там, на что-то там на этой бутылке сделано. Нарисовано, да? Какие-то достопримечательности города.
Так что, друзья, в интересном городишке мы с вами побывали. На асфальте нарисовали в честь рака груди вот эту, да, розовую ленточку. Кто обратил внимание? Я уже так комментирую то, что мы видим, да? Ихняя с левой стороны большущее здание. Turn right at the traffic light. Такое здание старинное, красивое. Ну, здесь уже надо останавливаться, потому что поедешь на красный, еще и аварию можно сделать. Ах, дорога, дорога, да? Как нужно всегда быть внимательным во всех отношениях на дороге. Вишневая улица называется Cherry Street. Вишневая, cherry, по-английски вишня. Долго этим дождем и этими щетками, которые туда-сюда бим-бим-бим, да? Всем добра и мира, друзья. Будьте добрее, не болейте, ну и будьте счастливы. До новых встреч в Ютубе, друзья. Я к вам вернусь обязательно.